полуфинал Intel Extreme Masters Katowice. Друзья, кто хочет досмотреть Амкал, найдете стрим на ХЛТВ. У нас первый пистолетный Гогакаст от Бога. Да, добро пожаловать всем любителям Counter-Strike. Переходим на пистолетку. Anubis у нас атакует TeamSpirit.a. Делают размен, солнышко погибает. И будут додавливать. У нас Magix. Хороший аим показывают. И вот сразу Донг разменивает. Все, Донг в форме. Он уже почувствовал. Знаешь, это хороший аим против хорошего аима. И Донг дает еще один хэдшот. И Снаппи остается 1-2. Будет врываться на тилтах. И как тилтах он сейчас разрулит. Но этот Донг не отдает. Все, Донг. Дай 5. Что я тут вижу? Очень хорошо занимает. Работают по карте TeamSpirit. Все четко, четко. Где-то ловят, где-то убивают, играют вместе, откидываются смачки, но тут, конечно, солнышко убивает. Красиво. Это 2 в 2. И проблемы команды Spirit гигантские, но у них есть донг, правда, бомба в песке. Все нормально, есть донг, зонтик очень хорошо играет на этом турнире. Смотри, как грамотно действует Magic. Снайпи чекает СБ по таймингу. Но ему бы встать, конечно, с КТ. Полетел коктейль. Слышит снайпи. Оппонентов. Игра с темного. Его просто проверяют. Такое решение принимает идеальное. И идут на точку А. Magic просто как в шоке сыграет? От такого Подожди, решения. У Донка нет инфы. И он его читает. Да, он должен понимать. Он да, его читает. Это гений. Просто молодой читает, уходит еще и в мейн. А вот мейн зря не зря. Все, все, не топай, Донг. Куда столько топов? Не слышал его датчанин, друзья. Важный момент. Донг в шаге от пятого фрага. Мэджиск в шаге от того, чтобы перевернуть это. Донг. И они нашли друг друга. А и вот Мэджиск попадается на него. Попадается. Донг это берет. Приятное зрелище. Знаю, на солнышко идут сейчас. Мажет. Как он резко. Есть контакт. Помогал. Третьего не ждут. Там модем. Модем загружается, но смог раскрывается. И модем стоит грузит. Смотрите. У модема 29 у модена, осталось. Да, это в миду ему две хаи кинули. Сейчас десант от модена, да? Нет, будет до конца да, сидеть это модем. Баку, ждать развея. Он там коннект. Дон хаи кинь девятку. Вот это фишечная. Но не успел, да, мог забирать. Не, моден уже не жилец тут. Все, откидывают, уходит у нас на сейф Falcons без шансов в другом уровне. Посмотри, как они вместе собираются. Как они заходят на точку. Донг Extreme Masters продолжается. Я думаю, Донг не умрет. В принципе, без смертей закончит. Давай ставить на то. Давай ставить на то, сколько раз он умрет. Это, наверное, единственный кэмп 2, который может быть в игре. Да, да. Умрет ли Донг? Кэмп 2. А как Ancient Falcon собираются играть вот с таким Анубисом-то, на котором по носам все обдало? Сейчас еще... Ох, какой тайминг для Леонида. Леня! Не сдержал. Не справляется. Ну, не страшно. Подкидывал немного. Все равно они идут забирать, будут проверять. Куда там Донг первый летит? Борща тоже проверят. Донг все-таки умирает. Это его первая смерть при попытке загнать соперников, поставив их в экономический тупик. Но не вышло. Зон. Зонтецкий. Одного забрал, знает про второго. Солнышко засейвилось. Окей. А, нормально разобрались. А, он просто красавчик. Посмотрите, как он там дефает просто воду вообще. Смотрите. Герой дефенса. Победитель мувов. Бля, второй Борос. Такой же. Это парное взаимодействие Бороша и его тиммейта. Два трупа на ровном месте для команды Falcons. Такого поворота сюжета не ожидал никто. Даже Донг. Он говорит, это мои два фрага. Чувак, что ты делаешь? Да, самое главное, чтобы после этой карты они там не поссорились, знаешь. Пиро вообще все равно, он с одним фрагом готов закончить эту карту. А зачем ему стараться? Снайпер. Да, это идеальная ситуация для снайпера, когда тебе вообще ничего не надо делать. Это идеальная ситуация для турнира, который называется Donk Extreme Masters. И Magic! Я думал, все, сейчас ножом дальше и пойдет, но нет, Борис здесь... Просто нас подкалывает специально, типа, смотрите, сейчас у вас сердце в пятки уйдет. И ты такой, и Боря такой, ха-ха-ха-ха, и дальше побежал. Короче, это жопа полная для Falcons. Они попали просто в сущий ад. Их просто разрывают. Просто разрывают. Какой-то грустный сейв. Донг, два фрага на респе. У вас на респе два фрага. Позвони Донг ему. Донг вычисляет. Набери его Донг уже. Донг на респ. Давай. Вот, на респ. Набери его уже. Скажи, что они там.
Но он уже выдвинулся за фрагами. Он просто он играет не на команду. Снайпером пахнет, на флешку накинь меня. Чувствую, бля, воняет, да. Воняет. Вот как снайпер на булке сидит, воняет. Давай, давай, Борис. Флешечка и донг. Какая хорошая залетела. Неприятно снайперу, но все-таки справляется солнышко. Только так и может убить донка. На респе. ТРСП. Понял? Понимаете, ну, игрок защиты. Сюрреализм, нахуй. Игрок защиты на ТРСП убивает донка с ВП. На сейве. На сейве его убивают после этих фрагов. Будет у нас Magic Momentum или не будет у нас никакого... О, магия пошла наконец-то. Хоть кого-то убивают ребята из команды Falcons. Ну что, может быть со счета... Хороший коктейль, но донг подгорел тоже на нем. Тебя от тиммейтов говорит, я тут буду выработать. Он его разводит просто, Дым. Скорее всего. О, он его развел! Он его развел! Он закрыл борща, там второй за колонной. Донка забирают. Ай. Видят Мэджиском. Ну, Мэджиск против Мэджикса тут, по сути, получилось сейчас на размене. 4 в 2. Первый раунд команда Falcons наконец-то наигрывает после этой сумасшедшей серии. Беспощадное, почти парное распикивание. Борис пытается драться. Magic против Мэджиска, и там еще есть красный. Он не знает про двух, да, он не знает про двух мейн, вряд ли, он думает то, что там ретейк. Ну, хорошо, молотов можно он фейкует, ставить. Он волнуется, он пытается сориентироваться в этом безумном тайминге, но его, скорее всего, в этом раунде переиграют. 17 секунд, еще одна попытка пошла. И Борис забирает датского Бориса. Борис видит еще одного, открывается Борис. 1-1, 7 секунд, ставь эту хуйню. Надо брать это, Борис, давай, давай, давай. Это... Дальше уже так. Команда Falcons начинает кушать, делает просто... грязь. Ну, это неадекватный. Это грязь. Да, это грязь, неадекватный поджим. Они уже пытаются. Они уже после Бориса пытаются просто хоть что-то сделать вообще в этом матче. Борщ идет, умирает. Убивает его чоппер. А зачем он туда лезет? Зачем? Уйди. Он в тилте. Уйди, останься в мейне. Куда ты идешь? Вы в большинстве, тип, не гони. Они сами это сейчас зальют опять. Зальют по-любому, там три очень сильных игрока. А у Falcons не пойми, кто еще в этот раунд будет доигрывать. Конечно, да, потная катка. Потная катка. Для команды Falcons. Для команды Falcons она потная, но она интересная. Очень приятно смотреть за командой Team Spirit. Даже такую ситуацию могут разрулить эти парни. Теперь я верю, что они все могут сделать. Ну, вряд ли они хлопушку, как Snoop Dogg, умеют делать. Но в плане КС все могут, согласен. Там уже залетает идеальный молотовый. Все подгорают, выйти никуда не могут. Никак Мейден не сможет помочь Мэджикску. Мэджикс и хедшот. Всех пропустил. Ну, тут они не подберутся никак. Все, это первый, походу. Ну, все-таки первый забирает, скорее всего. Ну, слушай, на восьмом они забирают первый раунд, сыграв нагло, нестандартно, агрессивно, да? Буквально испробовав все до этого момента. И кто хочет их залутать вперед. Кто на винлайне не зареган, регаемся. Донг находит модем. Там спокойный, самый простой фраг в его жизни. А куда модем пошел, скажи мне просто. У него типы даже с воды не вышли и даже не пикали еще, он просто сдох на центре. Мейджик не услышал, как подгорел игрок, заходит. Как же ты не услышал, Мейджик? А он думает, что это он подгорел, тут... наверное. И Боря. Ой, Боря, Леня его находит, все. Ну, хотя бы один раунд взяли. Можно и залить еще парочку. Ну и дальше идет фитфест. Борош. Получает урон, тиммейты у Чоппера уже на, как бы, вышли, можно сказать. Тут дым только остался в окно дать, и все. И Чоппер дальше говорит, теперь мои фраги остались. Опа! Не повезло. Чуть-чуть не дожал, снайпер запушил точку не дожал, два игрока прячется. Его снайпер просто заметил, отстрейфил. Так-то он нормально мог его поймать. Надо сейвить, на самом деле, защите здесь. Это нету денег, напоминаю, да. И у Falcons пока еще один раунд за счет того, что они сыграли крайне нестандартно, агрессивно, поджали... Нашли энтри, все равно накосячили, забрали уже там в борьбе 2, там, 4. Публика уже говорит, пора, пацаны, надо делать какой-то раунд. Зон дает инфу, что прожимали, кастрюля залетела. А где донг убил? А он там. Опять он этим смоком их файтит! Он опять их файтит этим смоком!
Как он хорош! 3 Фалконса за одного Донка, примерно. Такая у нас статистика. Донк это просто как вот... Как... Первый минус есть. Второй минус есть. О, все, там уже сетин спик заработал. Хотели пошутить, вышло не в тему, ребят. Ну, знаете, чувство юмора штука субъективная, да, как бы моя целевая аудитория шуток. Не всегда, не всегда заходит. Иногда Гоги даже шутки мои нравятся, но вот тут не зашло у нас пошутить. И тем не менее, 3 в 4 делает Чоппер. Снаппи по какой-то причине решил, что выйти в дым из кона на воду будет отличным решением для перехвата инициативы. Но вот, видишь. Тут уже 2 игрока контролят, все нормально. Ну, 3-4 ситуация, на самом деле. Не так все будет просто. Санпейс. Распикивает у нас Санпаус. Он, наверное, знает, что скорее... Ну, Донка нету, кто к вам в кон пойдет. Они... А почему они в воду идут? Почему они... А, на БМН у вас шумят. И важный момент. Ну, Санпейс здесь... А, 3 хп остается. Какая же удача. Зонд плотно попадает, но, опять же, да, концовка раунда уже за ребятами из команды Falcons. Ну, при таком счете, я уже даже, если они проиграют вот это, не расстроюсь. Потому что счет слишком крутой за сторону атаки. Даже лучше, чем, знаешь, там дефолтный какой-то обычный, обувной. Чё, они так, еще вот, и знаю, этого... Загоняют. Опять у нас Magics против Magics'ка. На флешку. Так, полетела флешечка. Чоппер. Нет, Чоппер аккуратно играет. Я Чоппер не рискнул. Еще одна. Есть еще одна. Не сработало. И Magic забирает Magic. Чоппер знает еще про одного. И здесь все распикивают уже Бориса. Ну, сложно выжить. 3 в одного его забирают. Зоник радуется так, как будто это был только что раунд на победку. На центре там будет очень жесткая приемка. Нет флешки. Там засада. Донка все-таки забирает Маден. Есть Magic. Ну что, Маден раскрутит, не раскрутит? Нет, Широ его забирает. Так, АВП играет. Хорошо убивает. Да, АВП играет, кстати, в последнем раунде. Вот в такой опасной ситуации, где частенько Авик вообще ничего сделать не может. Это дает надежду на этот раунд для Спирита. Не пробует зайти дальше. Тиммейт Са накидывает. И первый открывается Magic. Ему не удается убить. Выход на Борча. Борч оформляет хедшот. Идеально для команды Falcons. Эта половина все-таки в этом раунде закончится. Но по счету провал. Раунд доиграли круто, но по счету провал, конечно. Я такого не ожидал. Потенциал атаки Falcons, как вы считаете, какой может здесь быть? Ну, не знаю, посмотрим. Но мне кажется, вот могут взять пистолетку. Но... Да, я здесь. Переходим на пистолетный раунд. У нас Team Spirit будет защищаться. Один у нас Magic находит одного игрока. Говорит, что есть кто-то на точке Б. Его пытаются загнать, но будут делать ретейк. Уже не первый раз они это будут делать. Мы видели уже их игру, где они ретейкали, и без шансов. Боря сразу отдает позицию. Ну, не, мы видели, но здесь команда другая, как бы в соперниках, да? Ну, тут команда такая, посмотрим. Но я думаю, план есть. Все четко сыграет у нас Team Spirit. Самое главное, попадать в хедшот. Перед четвером идут Сити в перекрестный огонь. Тут ждут Широ. Широ с темного выходят на плен. Ай-яй-яй, зонтика убивают. Убивает у нас мейн, перестрелка, это... Чоппер дает 2 фрага, жестко. Тут жестко, раскручивается, жестко. Но все-таки раскручивается жестко, забирает пистолетку, у нас команда Falcons. Ходить на него. Игру, пошли поджимать, ребята, из Spirit, в ответ на агрессию под кон, на Б под... Вот это парализовало Мэджиска, просто ты этим врывом, снайпер с коннектора уходит, выход на базу А, на, у нас играет пока что... Зонтикс, у Зонтикса плохая позиция, он слышит всех, дает информацию об этом. Не, хорошая позиция, его правда одного, подорвали. Второго, второй открылся на него, зонт. Зонт просто влез в них сзади и раскрылся, это было жестко. Донк без шансов. Зонт слушает эту движуху и на коктейле встречает первого, теряет девайс, апленд пробит, и тут тиммейты помогать. Бомба будет в пункте или не будет? Не будет быстрой бомбы. Ну не устанавливает. Чоппер сейчас кинет Маден. Маден сломался. Ну, Широ справляется. Чоппер продает. Ну, Широ как бы пока справлялся. Чоппер играл один. Не ожидали они в медле типа. И теперь надо делать ретейк. Пошифровали. Выйти, вот видите, с курилки вместе. Выходят на кроссфайр. Там Борщ плюс Санфейс. Пошел обрыв. Идеальная игра от атаки в этом эпизоде. 2 в 2. И не закрывает. Он не попал. Он навелся почти ему на голову. Но опять же спрей в движении. Играет. Зонт, по сути, это проигрывает, знает, что это флэш, и отвернулся, задоджил, но проиграл этому врыву. Большинство раздобыли ребята из Falcon, 45 секунд до конца раунда.
Душка продолжается, петля на шее команды Spirit уже начинает сжиматься потихоньку. Но а вот... Как он там Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Распикивает мейн. И все, и Широ остается с Авиком за плунтом. Как здесь выиграть, я не знаю. Но только Донг. Донг. Идут на Донг. Донг убивает первого. Авик не попадает. Донг зато убивает Донг второго, но это 1-3 для Чоппера, как ни крути. И Falcons на последних буквально секундах организовали этот выход. Ну, сейчас Чоппер встрянет, ошибается у нас Чоппер на миду, и будет быстрый сплит, а там зонтик один будет справляться с этим выходом. Он уже не справится, он мансит, одного забирает, второго забирает. Ах, слышал окно, его перекрестным огнем в итоге нашли, очень много шансов. Это вам не Донки, ребята, он тупо через дым наказывает типа, который готовился кидать гранату. Бедный снайпер опять погибает от Донка. Я думаю, он там откинулся на кресле очень далеко. Это шах и мат, как говорил Донк в группе. Так, ну тут еще бомбу надо забрать. Он выбил бомбу. Самое главное, что не пломбу. Дорого такую вставлять. Пачка лутается. Маджиск подбирает. Пошел коктейль. Понимает, что ушел стик с бомбой. В девятке никого. Игроки, два игрока обороны в курилке. И, ребят, ну вот, внимание, сейчас все на экраны, потому что это могут не взять Спирит. Это Спирит могут реально не взять, потому что... Так, одну позицию нашли. И все, открылись коннекторы, все, они знают. Они теперь знают, кто как стоит. Остается только захуярить их. Все, красиво. Спирит этот. Жестко. Дядя, они потерялись. Они потерялись. Нет, нет, они не потерялись. Они потерялись. Они просто, потерялись. Спокойно. Вы не видели, потерялись Falcons. Было пятеро, осталось четверо, уже трое. Falcons, вы же... Почему они не стали выходить? Чуваки, какую грязь хотят дать эти парни? И все, в медвежий угол отправляется Борош. Magic's готов забирать еще одного. Там вообще два авика с КТ. Жгут третьего авика с бомбой. 7, 6, 5, 4, 3. Все, это взято. Это 12-8. Ну и что вы пердите здесь? Держи в затылок, братан. Стоят, пердят, бомбу не ставят. Это просто жесть. Ребята, феноменальная концовка. Готовится ему флешечек через верх. Ай, он ослеп от своей же флешки или непонятно, короче. Донг! Вот. Так, ну сделал какой-то фраг, Мэйджис убивает двоих. Два в одного, знает правик, приходит к нему тиммейт. Тиммейт, играй, не надо! Хедшот от Бори, Мэйден последний. Все, три в одного, ребята, надо закрывать этого персонажа, он борется. 38 секунд до конца. Бомбы у него на руках нет. Она где-то в пункте валяется. И Мэдну придет сейчас это разруливать. Обходит своих соперников. Тайминги, тайминги. И Боря против Мэдена. Все. Да тут как вместе. Эти, смотри. Они вместе. Найдешь, они как пловчихи-синхронистки сейчас играли. Просто идеально ушли от него. И вместе накинулись. Вот они, друзья, ребята из команды Spirit. Вот он, Донки. Вообще тупо молча. Тупо молча таких опытных игроков закапывают. Ну, ребята, конечно, из... Falcons друг друга поддерживают, пытаются поддержать, им больно. Сейчас они отдали свой пик. Они, я думаю, многие этот раунд делали. Но Spirit его делали с отменным чувством стиля. Юмора. И юмора. О! Ну вот это же Донг разрывает первого, Донг разрывает второго. Донг выходит на плент и говорит, боты, боты в коннекторе. Кто им вейпоинт там прописал? Ой, в пончике. Ладно, без шуток, ребят, без проблем для ребят из Spirit. Ну, это чувство стиля, так, это парни со вкусом. Они играют со вкусом, знаешь. И морцом таким. Ну, надо. Ну, должно ж и вот нам всем, да, кто за нашу команду болеет, повести, да? Вот должны как-то повести. Должны как-то посмотреть матч, где вот все будет, как мы хотим. Вот он, пожалуйста, друзья, сегодня. Завтра не гарантировано, но сегодня это точно будет. Ну, молодцы, Спириты, подготовились, все сделали. Он ничего не придумал, говорит, пойду дерну. Попытался. Парни в пистолетке сейвит. Ну, о чем тут речь? Чат, ну о чем тут может быть речь? Даже не попытались. Не получится. Но все мои переживания быстро улетучились после карты Anubis. Как думаешь, какие карты в финале будут вот у них с Face?
Ну, Ancient они будут играть. АФК! Я же завис. Я тоже завис. Тут все зависли. Солнышко. Сейчас умрет Боря. Вряд ли допроверит. Да допроверит. Вот! Да, попадает в размен. Тут еще размен хороший происходит. Слышу, наверное, игрока или видео. Это бомбой даже можно умереть. Два тиммейта придут, но поздно. Топает Широ, погибает, не знает про оставшуюся парочку. И Замту с Чоппером достается ситуация 2 в 2 на установленной Широ бомбе. При этом все это пост-размен. Остался Борош Мэджиск. Этих парней нельзя списывать со счетов. Они могут вот эту ситуацию переиграть. Хорошая флеш. Тайминг, топот, отход от флешки, но здесь сыграно. Ой-ой-ой, и Бораш. Ой, убивает. Ездит фуза, да, ну, все должно быть. Свой раунд, полностью свой раунд отдают ребята из команды Spirit. Будет играть в дефенс. Они, судя по всему, то ли гранату а ждут с медла. Смотри, Донг пробежал. Его, наверное, не будут про него догадываться. Ох! И он, ух, ну, как сбивает первого. Тут Широ на размене. Мэджиск удержал. Девятки. Мэджиск удержал всю ситуацию под контролем, оставил смог. Вот впервые мы видим трудности у Spirit, которых не было даже в группе, где... До скромной такой ситуации 3 в 3 доиграли парни. Проверят ли Снаппи? У Снаппи позиция. Снаппи слышит скоуп, дает информацию, что Авид скорее всего смотрит мид. Что распикать, рискнуть Спирит? Ну, про Снаппи прям как будто не догадываются. Они не знают, да, да? Они не знают, проверяли, что там. Забыли. Они не, ну, они помогали центру и просто не допроверили в этом моменте. Тут нормальный момент. Ситуация, в принципе, пока еще нормальная. И он видел его! Он натопал, да, и разводит. Заметил. Он разводит этого датчанина, и это голова так от Бориса. Разве, как же он жопу вовремя его задетектил. Залетает коктейль, Моджеск холдит Б1. И если Б1 сейчас сыграет, это будет провалом для Спирит. И скорее всего сыграет. Тяжелый выход. 30 секунд, пытаются найти, открывается первый. И все, перевернул Моджеск здесь своей позицией. Увидел соперника Широ. Все. Еще 20 секунд, нормально, можно отыграть. Ну, отыграть-то может быть и можно, но тут уже Мэджиск тебя отпускает. Короче, в чем ошибка? Поторопились, мне кажется, они доигрывать апленд, когда убили типа с Б. Знаешь, поджимающий с Б, это реально наводящая инфа. Нет, все нормально. Там третья карта уже не с горами, вот смотри. Тут максимум допы будут. И то не верю в такой расход. Ну вот если сейчас Б не вжаривают, то все, у нас ясно все. Ясно, все, вопрос. На Б я не ходил, говорит Донг, иди сюда, голова. И где там еще снайпер? Где там чел со снайперкой? Сюда! Куда, блядь, пошел? На нахуй гранату. Я тебе. Бойся меня, говорит Донг. Бойтесь меня. Я это Counter-Strike. Свалили на сейф быстро. Они свалили на сейф. Ну понятно, у них нет денег, ребята. Истории там увидеть, да, из БТА команды. Это всегда приятно. Тут у нас готовится, уже происходит полностью раскидка. Донг убивает у нас Мэджиска. Два молоду, солнышко уже залетает, бедняга. Там Донг, зонтик, зонтик, и убежал, выжил, 7-5 хп. Какой дички дали ребята из команды Team Spirit, они пушат снайпер. Тот вообще в ахуе. Какой-то размен происходит от Мэддена, но зонтик сгорит, отъебись. Отвесил ему с глока в голову. С глока, Гога, с глока. Пока! Ответил в голову! Солнышко падает! Ну это просто звери какие-то. Ну, Team Spirit это свинья, не смотрел. Она его что-то спрашивает, типа, ну вот ты такой вот ветеран, там, ты играл в Half-Life Gangsters, там, ну вспомнила. И он такой, да мне вообще, ну так-то немного, там 26. И, ребят, я не хочу это комментировать, просто смотрите, наслаждайтесь, ловите кайф. Получайте удовольствие от игры, от красивой, качественной командной игры. И нихуя вот этому. Солнышко просто раз... Я не знаю, у него вся игра по молоту бегать. Раскидочка. Ну тут все просто. Тут все просто для предпоследнего раунда. Информация есть. Так, интересный дым дает сейчас Мэддон. Ну тут у него... Там... А, все. Тут вот так все, вот. Все. Ну, хоть только Донг. Донг дает фору, понял? Не-не-не, он на команду играет, говорит, парни, поправьте статистику себе, кому надо. Я, говорит, умер, вы можете поправить. Это сейв для Falcons, они будут сейвить на последний раунд девайсы. У них никаких гаджетов и денег не останется, если они сейчас умрут. Идите с нами матчи и наслаждаться Counter-Strike'ом, как-то так. А тем временем тут... Короче, ничего интересного в кейсе не происходит, интересно только ваши лайки. Ну, зато... А Team Spirit'ы... На.
Все да. спокойно будут заканчивать. Уважаемые зрители, чат отвечает. Уба, напоминаю, в перерыве между половинами розыгрыш фрибета. Но последний раунд пока спорный. Мэджикс левый угол замечает Снапи. И не прикрыли тиммейты ему. Ай-яй-яй, Широ пропал без вести. Да, 0, просто 3, ладно, тиммейты ладно. Не прикрыли пятачок. Не ожидали, что это кросс. И думали, что он один. Ну, с другой стороны, смотри, у типа, у последнего позиция в пленте. То есть он может играть просто кейв плент на отдачу. И они логично подумали. Ничего такого. Ничего такого. Ух, ну что, Георгий, как ты считаешь, сколько раундов возьмут Falcons в атаке? Я думаю, Falcons возьмут еще два раунда. Я уверен, сейчас директору команды Spirit залетает от шейхов предложение о трансфере прямо всей команды. А давай поменяемся, мы вам доплатим. Ну тут решили показать Донка пока что. Так, выход у нас кинул Донк. Люди женятся, пока Донк играет, поняли? Просто вообще люди жениться стали. Ай-яй-яй, Широ не справляется. Штрафная в снайпе, Мэдден. Модем дисконнектится, коннектится, дисконнектится. Да это он не будет, он не может у тебя быть на Б, тип. Он не может у тебя быть на Б, он не играет Б. Распетляйся уже. Все, волнуется, не знают, может, уже вопрос задавили. Чувак, они не знают, кто где у Спирит играет. Ну, серьезно? Монет. Человек с ником А-А-А-А-А-А-А-А донатит нам 500 монет. И сейчас, секунду, будет минус от Санбейза. Понятно все. Там пока вот, другие минусы. И он пишет, просьба озвучить, я поставил 1000 фрибетов на Falcons за 500 монет. Такой донат пришел. Поздравляю вас. Поздравляем. Человек с ником Мор, 500 монет. А я как-то бухал в юности с Халли и был еще с ним Фломи. Фломика помню. Которого называли Месси, играл за русский Месси, играл за Спартак. А они меня младше на 5 лет. Вот пишут Мор, поздравляю вас. Человек с ником Антихайп, 750 монет. Помню вебку Донка на Академке, где только макушка торчала. Да-да-да-да-да, он на Академке там так вебку тоже ставил. А в Тимспике, когда он говорил, понял, никто не понимал, как будто у него там какая-то рация стояла. Вот мы в шоке тоже были. Он такой эмоциональный парень. Вот я помню эти Тимспики просто. Я помню, что он такой эмоциональный. И в Team Spirit Academy всегда была такая заряженная атмосфера. Там респект тренеру, который тоже за команде Spirit уже, можно сказать, посвятил всю свою карьеру. Получается так, да? Ну да. Если говорить про Сотфика. А он был тренером Академки и сейчас, наверное, является. Что у нас тут снайпер будет делать? Как ты думаешь? Да он тут попытается хотя бы враг сделать и скажет, тиммейты, смотрите, это возможно, возможно. Смотрите, они тоже люди, да. они тоже они люди, они тоже промахиваются, но я не понимаю. Так, читать, тут уже сейчас все закончится. Не, все, это все донаты, которые были. Тут уже все. На хаешку. Так, я готов, я готов смотреть камбэк. Да, с донатами мы разобрались, всех поблагодарили, лайки под трансляцией попросили. Теперь самое время сделать камбэк. Вот он камбэк, посмотрите. Мэджиск забирает Мэджикса и говорит то, что сейчас. Смотри, в борьбе за самый готов. В борьбе за самый красивый ник он выиграл, но это 3 в 3. Донк идет за Мэджиском. И вот он, вот он. Вот он, вот он. Сейчас его съест. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Причитали его. Снапи все... А, снапи уже нету, тут все забей. Тут у нас Солнышко и Мадден. Лучшее дуо. Ну это, вот видишь, на самом деле, насколько, ну, фигово так-то Falcons катает. Энс, пиздец. И эти тоже, да? Да, это и нету, нету Cloud9, нету Virtus.pro, нету Bootboom, которые могли тоже тут оказаться. Да даже Na'Vi тут бы поборолись. Да, даже Na'Vi тут бы поборолись просто. Понимаете, насколько все вот сложилось на этом турнире неоднозначно. Респект Team Spirit, друзья, они выигрывают этот полуфинал, выходят в гранд-финал команде FaZe, который мы будем смотреть с вами завтра. Обязательно подпишитесь на канал, кто не подписан. Поставьте лайк под трансляцией, пожалуйста. Спасибо тем, кто поставил. Мне уже просто нечего сказать. Вы видели эту историю, которая была только что вот на ваших экранах в течение всего этого чемпа. И вы, в принципе, понимаете, что команда Spirit большие-большие-большие молодцы. Даже больше, чем молодцы. Вот этот момент, когда
никакой, ну, любой похвалы будет мало. Ну и пожелаем удачи составу уже завтра.